Здравствуйте, месье Крюшо. Отлично. Вы хорошо выглядите. Садитесь, господин Кюре. Прошу вас, Людовик, дорогой, подождите. Подождите, Людовик. Осторожно, черт возьми, голову больно. Господин Кюре пришел, потому что у них был противный ураган. Неприятный смерч, мадам. Ну да. Неприятный смерч, который унес крышу с нашей бедной часовни. Ну да, и господин Кюре хочет получить маленькую финансовую помощь для необходимого ремонта. Конечно, прихожане должны были выказать больше солидарности, но большинство из них прикидываются глухими. И должна сказать, я нахожу, что это возмутительно. Не правда ли? Ну, конечно, мадам. Очень похвально, когда люди интересуются нуждами далеких стран и помогают им, но разве не наш долг заниматься бедами тех, кто живет рядом с нами? Я считаю священным долгом активно помогать своему собственному приходу. Господин Кюре, если вам это не интересно, я могу остановиться. Вовсе нет, мадам. Существует еще патронаж. Благотворительные праздники, помощь нуждающимся больным. Вы слышите? Козочка моя, он гримасничает. У меня пальчики болят. Браконьер! Идите, Людо, это вас немножко развеет. Мое боевое снаряжение, быстро! А как же крыша нашей бедной часовни, мадам? Нет, в общем, ну потом, попозже. Тогда завтра утром, мадам. Да-да, потом. Простите.